Антанта, союз России, Великобритании и Франции, в противовес блоку Германии, Австро-Венгрии и Италии. Он сложился в 1907 году и сыграл решающую роль во время Первой мировой войны. На конференции в Петрограде союзные делегаты занимались планированием и обеспечением военной кампании 1917 года, хотели разведать внутриполитическую обстановку в России и понять, справедливы ли слухи о возможности сепаратного мира России и Германии.